Ще з весни активісти розпочали прибирання в парку, розрібали сміття, підрізали дерева. На сьогодні тут встановлені нові лавочки та урни. Тривають роботи з обрізки дерев, наведення ладу на доріжках. А 14 жовтня тут саджатимуть дерева в рамках всеукраїнської акції «Дерево пам'яті». На даний момент часу, по самим актуальним даним, погибло около 147 бійців на Ніколаївщині. Соответственно, планируется высадить деревья всем бойцам. Будем надеяться, что больше бойцов не погибнет. Но акция на данный момент является бессрочной, пока у нас не кончится антитеррористическая операция. На кожне дерево повісять табличку з іменем та прізвищем бійця, а також місцем його загибелі. Формою вона нагадуватиме армійський жетон. Але тільки посадкою дерев та прибиранням організатори реконструкції парку «Перемога» не обмежуватимуться. Мы с удовольствием поддержали всеукраинский проект «Деревья памяти», в связи с чем было принято решение взять локацию, конечно же, Парк Победы. Но прежде всего стояла задача привести парк в надлежащий вид, поэтому нами были организованы, нами, нашей партией, волонтерами, общественными организациями, ряд масштабных субботников, ну и, соответственно, имеем, что имеем на данный момент. Але робота з відновлення парку триває. Планується, що в плані реконструкції його буде поділено на три зони – військово-історичну, культурно-розважальну та рекреаційну. Відповідні листи до міської ради написані, розпочато детальну підготовку плану. Поспілкуємося з гостею, яка завітала до студії, яку ми анонсували з самого ранку. Ольга Малярчук сьогодні з нами, керівник Центру допомоги учасникам АТО. Вітаю вас, дякую, що зранку ви з нами. Отож, поговоримо про п'ятницю, тому що державою дано нам вихідний, і як його не відсвяткувати. Що цікавого буде в місті відбуватися? Я так бачу, що у вас розписано прямо по годинам. Можна як вийти зранку, так до вечора і провести на різноманітних гуляннях. Совершенно вірно, і саме головне, в первую очередь хочу отметить, что мы 14 октября празднуем как государственный праздник второй год подряд. Это для нас очень символично. Это действительно праздник покровы казацтва, наших воинов. И мы максимально должны придать значение, да, потому что из таких вот традиций, из растет наша душа. Немножко по празднику. Начинаем мы все с 9 утра, с возложения цветов к мемориалам погибших, да, участников АТО, непосредственно 36-й бригады, в 79-й бригаде. Также обязательно будет у Небесной сотни возложения. В 10 часов у нас торжественно начинается открытие, да, аллеи славы. Вот, будут представители с каждой части, будут представители громады, высокопосадовцев. Самое главное – это память. Мы обязаны чтить, мы обязаны не забывать, и это только начало. То есть, подчеркиваю, дерево будет у каждого погибшего Ніколаївця висаджено. Невеличкий сюжет уже переглянули попередньо, тому глядачі вже в курсі, що до чого і як. Та й дійсно, справді, це свято вже ніколи не буде таким, як раніше, можливо, коли просто було це для формальності День захисника. Вже є на що рівнятися, є приклади, історичні приклади. І бійці, які живі, яких ми просто пам'ятаємо, дійсно, це великий приклад для кожного. Стосовно дерев, коли буде, скажімо так, насаджена вже повністю вся алея? Ми планируем весной досаживать и максимально к осени закончить. Надеемся на то, что все-таки война в нашей стране закончится и нам не придется больше высаживать, дополнять. И аллея останется в таких размерах, как и была. Да, мы очень хотим, мы верим в то, что так оно и будет. Далее всей колонной мы перемещаемся к памятнику пограничников, к памятнику афганцев, возложение там в 12-12-10, в зависимости от того, как мы будем переходить. Далее по Понтонному мосту мы переходим на Соборную, площадь Соборную, где
уже непосредственно будут разворачиваться огромнейшие события, да, то есть там будет выставка техники, там будет выставка оружия, там будет задействована полиция, МЧС, там будет очень много спортивных, всевозможных показательных выступлений. Конечно же, наши артисты будут радовать своим концертом. Вот, ну и вечером у нас будет сюрприз, это будут гости, точнее наша николаевская группа 4-5+, многие уже знают Семишкина Владимира, вот, далее у нас приезжает группа Мрия Марии с Лозового и Тень Солнца, это самое, наверное, одно из самых главных, мы запросили гурт Тень Солнца, и они любезно согласились, поэтому всех зовем на огромнейшее мероприятие, которое будет 14 октября. А во сколько начинается концерт? В 17.10 начинается уже вечерний концерт, но, подчеркиваю, с 13.00 и до позднего вечера у нас будет постоянно разворачиваться события, да, поэтому не пропустите, одевайтесь потеплее, берите с собой термос с чаем, берите обязательно детей, потому что, еще раз подчеркиваю, с традицией мы растем. Стосовно ще цього концерту, ми попередньо вівторок спілкувалися із Вячеславом Сімченко стосовно конкурсу, який був оголошений. Я так розумію, що на головній цій сцені буде також оголошено переможців авторської поезії, присвяченої про... Так, простите, я немножко вибуюсь. Дійсно, конкурс був шикарніший. Невозможно було удержати сльози, тому що діти... То, что пишут дети, это искренне, это от души. И стихотворения очень сильно трогали нас. Были моменты, когда просто хотелось выйти, потому что показать свои эмоции ребенку как-то сложно, как-то, да, сложно и... тяжело, чтобы не спугнуть, потому что это действительно очень больно, это действительно очень щепетильно. Выбрать лучших из лучших практически было нереально. Вот. Ну, конкурс есть конкурс, и мы обязаны были это сделать. Но подчеркиваю еще раз, все стихи уникальны. Я их забрала, перечитывала дома несколько раз, еще отмечала для себя. Все стихи мы передаем в зону АТО ребятам, которые обязательно их прочтут. Мы сделаем маленький сюжет, где каждый ребенок увидит свое стихотворение в руках непосредственно бойца, потому что для них это важно. Важно, что они их помнят, важно, что... Ну, их стихи — это обереги для бойцов. Поэтому награждение будет происходить на сцене, и еще раз подчеркиваю, все детки большие умнички, молодцы, спасибо огромное. Вам, дорогі глядачі, також зроблю невеличкий анонс. Завтра о 8 годині можете вмикати телеканал Миколаїв, буде святковий ефір, марафон, присвячений цьому святу. І, звичайно, ще побачите відео поезії, де дітлахи вже виконували свої авторські поезії на камеру, щоб ви, дорогі глядачі, могли це все побачити. Я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Ось такі невеличкі анонси. Найголовніше це те, що 14-го числа, завтра, в п'ятницю, можемо вже святкувати. І найголовніше, все це розпочинається із пам'яті. І дякую вам за те, що піднімаєте такі теми, за те, що піднімаєте дух патріотизму у підростаючого покоління та й взагалі миколаївців. Нагадую глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Малярчук, керівником Центру допомоги учасникам АТО.